Что вы знаете об искусстве? Например, тут перед нами человекоподобная птица поедает человека, из ануса которого вылетают птицы. При этом пусть вас не смущает, что мужчина слева играет на флейте слегка неправильно. А если вы взглянете наверх, то вы увидите слегка одиозного мужчину с прекрасным головным убором. Или вот, к примеру, ребята изучают музыку с помощью жопы своего коллеги по цеху. Ох, эти музыканты, хрен разберет их нравы. Но если вы задавались вопросом, что за дивная музыка играет на фоне, знаете, эта музыка написана через жопу. Или вот часть картины, которая мне больше всего понравилась. Я ее назвал «Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не смейте меня звать». То, что утка кормит человека вишенкой, вас уже не удивит, а то, что у чувака ягода вместо башки, как вам такое? Или, может быть, цветы в жопе вас порадуют? А, тут армяне в нарды играют.